Студентам рекомендовали отказаться от общежития во время собрания Палаты молодых законодателей. Выдвинула предложение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заявление вызвало бурную реакцию. Мы решили узнать, что об этом думают студенты ЮРГУ. Я считаю, что это плохая идея ликвидировать общежитие, потому что не каждая семья может позволить снимать квартиру, тем более еще в другом городе. Общежитие не только там у ЮРГУ, у многих же институтов есть общежитие. То есть толпа народа просто будет вынуждена переселиться на улицу. Ну и на улицу там куда-то либо к родственникам, либо снимать. Часть народу, кто не сможет снимать квартиру, я думаю, они бросят просто в учебу. Потому что, если раньше это намного дешевле, да, снимать общежитие в институтах, то как бы снимать квартиру не каждый себе позволит. Не нравится это предложение, потому что не всем будет доступно снятие жилья в городе, потому что это очень дорого, и не все могут потянуть. Я против ликвидации студенческих общежитий, потому что мы не можем себе позволить не то что купить квартиру, даже ее снимать. Мои родители работают сельскими учителями, у них не такая высокая зарплата. Если меня выселят из общежития, то мне нужно будет снимать квартиру. В Челябинске снять квартиру стоит от 10 тысяч рублей. За общежитие за год я заплатил 5 тысяч. Мои родители живут в деревне. Откуда у них 10 тысяч рублей каждый месяц? Тем более они в Казахстане. А курс все больше растет. Они зарабатывают столько же, а курс растет. То есть они просто не смогут обеспечить меня жильем. Мне придется работать, и качество моей учебы снизится. Мы проанализировали рынок и узнали, что средняя стоимость покупки жилья за предложенные 50 квадратных метров составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей, а съем квартиры от 12 тысяч рублей в месяц, в то время как проживание в общежитии составляет около 5 тысяч рублей в год. Вот у нас 9 общежитий, студенческий городок, студенческие общежития. Около 4 тысяч живущих только студентов. И приехали из разных городов, поселков, сел, деревень, и доход родители не настолько высоки, даже в Челябинской области взять, Курганская, Оренбургская, чтобы ребенку снимать жилье, а аж прокупить-то я вообще молчу, потому что это большие деньги. Но я за то, что все-таки еще не пришло то время, когда общежитие нужно убирать. Большинство иногородних студентов не имеют финансовой возможности купить и даже снять квартиру, поэтому общежитие для них является оптимальным вариантом.